Ты мало принесли, что ли, еды сегодня? Почему? Я постарался поскорее. А что, вы же знаете, что у нас чем скорее, тем... Тут тем убери подальше от книжек, убери, пожалуйста, чуть-чуть. Да, чтобы не соблазнять их, а то что-нибудь опрокинут туда. Ничего, опрокидывать-то. Поели, все мы, нормально, хорошо. Спаси Христос. Сестры, в следующий раз побольше на блюдо давай. Александра Михайловна, спаси Христос. Чтобы мы Игнатия Ивановича видели, сколько нормировано. Лена, вот эту штучку вылей. Не знаю. Ну тогда вылей. Возьмете, надеюсь. Доносите столько этой хреновины. Я могу эту хреновину забрать себе домой. Она кислая, она прокисшая. Я могу забрать себе. Она не прокиснет. Я могу ее съесть. Они Ваську решили отдать. Да, Ваську, отдайте Ваську. Нет. Около 30 градусов, мороз был, наверное, 27. Только туда поставьте. Поэтому надо. Многие не пришли, это, живут за городом, далековато. Да. Пойду посмотрю, где еще есть. Батюшка на комнату. Я иногда Ольгу... Батюшка, комнатка вот такая вот. Кубрик. Вы живы? Ну-ка. Девочки, помоги! Батя. Это девушки все время волосы выбиваются, вон это маленькие. У какой из них? Да нет ее здесь, убежала. У Ликерии? Да. А вот. Сейчас... Вот смотри, она ее... Почему у нее все время выбивается? Маша. Вот пообедали сестры дружно. Видите, как, что значит община. А в церковь-то где? Храмы-то приходят и сразу уходят. И ни занятий, ничего нет. И люди ничего не знают. Мне хватает. Как говорят, бровного движения только в храме. А священник заливается, рассказывает. Никто ничего не понимает. Хоть каким голосом пусть поет. Собеседование с батюшкой пришли. Так. Вот это отсюда убери-ка куда-нибудь. На тот стол. Вон к Игорю туда перенеси. К Игорю унеси, скажи, там будет. Сюда не ложись. Прямо над избами. А что не поете-то сегодня? Плохо накормили? А что? Был Христос рожден Девой Марии. Я слепа. Смотрят на свадьбу у Виктора и говорят, а где драка, где пьянка? Где матерки? Нет ничего. Да что за свадьба, говорю, как покойника отпевают. Вот то и есть свадьба-то, самая настоящая. У нас больше такое тут трудно найти. Такое было, когда Наталья была замуж выходила. Вот тут точно так же было. Это наши. Ну-ка, это, Пупков, заведи главного запивалу. Алло, сейчас приведу.
А вы что не поняли? Вы не поняли. Лена сочинила сама песню, и она ее пела. Я сегодня спрашиваю Валеру, я говорю, а почему Лены-то нету? А я не заезжал. Я говорю, да ты же отец, почему не заезжал-то? Ну там она что-то с матерью, правда, утром-то еще темно, в 8. Я сказал, делай и пой. Там могла бы сделать. Я просто, ну, я вижу, что ты что-то суетишься. Давай дальше. Ну что полпись? Ну грехи наши убили. Давай дальше. На память хотим оставить, как дружим. Вот три стола. Приехал человек с Украины. Здесь был Олег Сатьяна. Он мастер такой, Коломищенко, кажется, его. И вот, все помог, сделал и уехал.